первые предварительные итоги переписи. Нас 9 миллионов 413 тысяч человек. Нас стало немножко меньше. Численность сельского населения снижается, городского растет. Женщин больше, чем мужчин. Уровень урбанизации Беларуси, он растет. Еще в 2012 году подчеркивала СМИ, что уровень урбанизации Беларуси очень высокий. Мы это видели. Мы не можем терять сельские территории. У нас Беларусь настолько с развитым сельским хозяйством. Посмотрите, наша академия в Горках, наши специалисты, специалисты зоотехники, агрономы, они же пользуются огромным спросом на территории за пределами, правда? Забота не должна быть, во-первых, навязчивой, да, то есть не надо всех абсолютно пытаться осчастливить. Во-вторых, она должна быть избирательной. Несмотря на то, что наши прекрасные вузы, которые выпускают людей и так далее, у нас оказывается, что кадров не хватает. Значит, проблема есть. 54,5% предпринимателей ссылаются на это как на основную проблему, препятствующую развитию бизнеса. Хорошо, когда и частный бизнес уже интересуется кадровой подготовкой. Ведь сегодня правительство записало даже в Национальную стратегию устойчивого развития до 2035 года положение о том, что мы должны создать национальную платформу не только выявления талантливой, творческой молодежи, но и создать специальные программы по их развитию. То есть мы сами должны формировать свой человеческий капитал.